привет с полигона. Сегодня у нас остался один день до гонки. Сейчас на полигоне проходит открытая тренировка. Ну вот мы только приехали, ребята разогреваются, и сейчас будут задания, и будем разогреваться и гонять. Ну, лично я волнуюсь перед завтрашним стартом, я не часто гоняю, и поэтому есть такой небольшой мандраж. Я думаю, что у ребят тоже. Завтра будет очень скользко, судя по всему, потому что здесь на трассе достаточно скользко на полигоне. Потому что всю неделю шли дожди, и надо немного покататься сегодня, проверить мотик, проверить свою форму, посмотреть на держак, как будет держать резина. Короче, все проверить. У меня еще есть небольшие вопросы с передним тормозом. Я думаю, что сегодня я его продиагностирую, и все будет нормально. По предварительной регистрации на гонку зарегистрировалось уже 70 человек. Но, судя по всему, это не все. Завтра еще кто-то будет утром регистрироваться. Народу будет очень много. Поэтому обязательно приезжайте пораньше, занимайте место на парковке удобное. Будем завтра гонять. Yeah.
Короче, ребят, сегодняшняя тренировка для меня прошла не бесследно. Я немного сломал мотоцикл, на подъеме не усидел и закинул его наверх. И он в итоге, получается, с горы полетел вниз и очень сильно упал на левую сторону. Сломал стойку руля и пластик боковой. Завтра гонка, мы сейчас с Саней в сервисе чиним по-быстрому ее. Надеюсь, у нас все получится. Сань, ну что, у нас получится? Конечно. Надо еще отдохнуть, успеть перед гонкой. Вот. Давай, сейчас догоним. Конкретного причем. Короче, приварили болт к болту гайку и выкрутили обломок болта. И сейчас Саня колдует новую шпильку. Оказывается, у него была она в заначке. Поэтому завтра я буду на старте боеготовности.